плане стены? После бомбежки. Можно ли выровнять стены? Продолжение темы. Только правилом, без маяков. Чем это опасно? Наглядный пример. Детальный разбор стены. В буквальном смысле. Вот стена самая кирпичная, кривая, здесь пупок большой. Да, вот здесь, кстати, вот сам кирпич выпирает очень сильно. Можно даже правило положить, представить, что видно. Ну да, причем приличный пупок. Думаю, правило вообще не делали. Внизу там 3 сантиметра. Ну да. О, если внизу прилаживать, там вот так. Ну, нормальненько так. Как вот правило можно выровнять? Нога пролазит. Обычная рука да. пролазит, а это нога как пролазит. Положить вот так. Правилом никак не выровнять. Долбить-то соседи дырку такую туда. Пупок вот эту дырку. Да, это получается ты по воздуху. Ямка-то еще полбеды, да? Там что-то накидышь, и то периметр, чтобы ровный был тогда. Ну да, ты ее никак не стянешь, что вот так возьмешь. Если будешь вниз тянуть. Ну да. Она будет гулять. Пупок будет мешаться. Конечно. Тут только по маякам. Тут вот ребята делали. Пирог слоя. Слоя большие. И, несколько слоев. И несколько слоев. Вот, слой. Этот верхний слой, он прям отваливается. То есть они не могли за один слой это все сделать? Нет. А сейчас мне надо по маякам делать, а вот этот слой отваливается, вот он, оп. Ну да, видно. Если я сейчас слой нанесу, там 3 сантиметра, угу. этот слой может не выдержать, да, когда на разводке? Да, он отойдет сразу же. И у меня стена скажет, да. пошли, пошли домой. Да, то есть я так думаю, было, наверное, вот он подровнял все по-грубому, закидал вот эти кирпичи, перепады. Ну да. А потом уже начал подравнивать, визуализацию делать. Ну так подходишь, вроде ровно. Правило ставишь там 3 сантиметра, 5 сантиметров. Ну да. И причем резкий, вот как здесь. То есть по центру резкий пупок. Вот. Ну то есть резкий довольно-таки. Вот отсюда идет резкий уход. То есть это прям существенно. Внизу 3 сантиметра. Если вниз прижать, там 5, наверное. Да. Ну никак правилом это не сделаешь. То есть, если бы ты не пришел, тот мастер бы еще, наверное, пару раз, может, троечку еще бы кидал. Да, и до сих пор бы штукатурил. До сих пор бы штукатурил и не понимал бы, в чем дело. Да, рукой проводишь, гладкая же типа, да? Гладкая. Короче, если принято решение полностью ломать эту штукатурку, угу. потому что много слоев, и каждый слой, наверное, не грунтовался, я боюсь, что будет отслоение. Вот, вот слой прям отходит. Опа. Да. Уже начали ломать. Думал частично сломать. Угу. Там, где бухтит. Слушай, ну первый слой вроде держится, да? Вот они, видать, первый только загрунтовали. Ну да. Потому что, смотрю, такие следы на кирпиче остались. Ну это может быть это не подлезло. Не, вот так-то держится она. Ну да. Ну вот, видать, в первый они вложились, а дальше уже дело техники пошло. Не говори, волма же не требует грунтования. А, волма же не требует грунтования, да. Есть такое. Они почитали. То есть они говорят, ну вот на мешке написано, видишь, не надо, все. Короче, заказчик попал на демонтаж. Ну как попал, он сам согласился. Я им предложил, короче, может быть, сетку набить и заштукатурить. Он говорит, да ну, Лен, нафиг, дай, давай, ломай. Ну, тем более, слой такой, как бы, это... Нам было, да, сетку механически крепить. Да, 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 дюбелями все это фиксировать. Но это, соответственно, и слой потолще бы был, да? Пирожок, да, еще больше. Да. Здесь 4 слоя, плюс еще мой слой. Ну да. Ну еще осознание того, что где-то что-то у тебя бунит, да, все да, это да. что-то держит, что-то непонятно. Если бы я не сказал бы, делал бы по маякам, заказчик бы и не узнал. Но потом чревато, здесь стены под обои, под покраску. Через годик, через полтора у него бы на обоих повис кусочек бы. Отошло бы, да? Вот так вот. То, что лучше по маякам штукатурить, никого не слушайте. Надо исключать из практики просто выравнивание или подравнивание такое, да, там чуть-чуть подтянуть, где-то что-то это, потом... Вот, такой, вот такая картина получается. Ну это слишком грубое, можно же оттянуть красиво сделать, но примерно так, так же при его останется. Да, просто на глаз, некоторые заказчики даже вот такой не увидят, да, они такие, да не, ничего не видно, нормально. А некоторые как,
Вот у меня была заказчица, она вот ровная стена, прям я даже не вижу никаких перепадов. Она вот визуально говорит, мне кажется, вот здесь вот уголок там чуть-чуть уходит. Я провила приклад, там 1 миллиметр, допустим, где-то что-то. Ну, да. То есть все мы разные, поэтому здесь... Просто люди придут обои клеить, говорят, а я не могу наклеить на нее. Да, а потому что углы, внутренние углы как подрезать. Вот, стена, ее не трогали еще. Вроде бы ровная для кого-то. Угу. Если может быть со зрением плохо. Но если придет, если вот так поставить. Да, вот. Опа-на. А ну-ка подожди. О, палец. У меня ровно палец провалился. 2 сантиметра. Да. Ну, то есть она плавно здесь, да? То есть снизу вверх вот такая дуга. О, а ну-ка, здесь у меня. Здесь? Чуть-чуть, да. Нормально. Здесь у меня уже. То есть она. Ну, тоже. Вмятина, короче, здесь. Да. Даже... То есть это будет видно, например, какой-нибудь шкаф станет по углу, да? Да. То есть вот эта дуга будет видна, там еще. Да, и пока ты не столкнешься с этим, то есть, например, заказчик вот в плане ремонта, может, не увидел. А когда уже начинается финиш, там, например, что-то прицепить, у тебя раз там дуга какая-нибудь, да, или еще что-то. Фанер станет, там щель будет за ним, ну, короче, много нюансов. Да. Поэтому и тогда вот уже начинает заказчик, о, почему такие кривые? Потом раз к другой стене, о, та такая же, это здесь вообще пуп. И тогда начинается разборка. Вот, поэтому, конечно... Нет, ты говоришь, давайте сделаем, ну будет там 500-600 стоит за квадрат штукатурка, ну будет все ровно. Угу. Будет минимальный зазор там, миллиметр-полтора, даже 2 миллиметра. Это хороший результат. И это вообще не видно. Вот это на самом деле не видно, когда это плавно идет. Почему такое происходит? Элементарная там усадка, элементарные какие-то там нюансы самого правила. Иногда погрешность правила такая бывает тоже. Кривое, тоже. Да, то есть это в норме. То есть если правила идут с такой погрешностью, значит это в любом случае норма. Я никогда не встречал одинаковые правила. Где-то там дуга, есть, где-то вогнутая. Редкость. Это надо поискать. Это так же, как шпателя, идешь покупать и начинаешь. Из 10 одно какое-нибудь выберешь там, остальные бракуешь. Вот так вот. Да, у тебя здесь... уже доски выкинул, 2 тонны мусора выкинул, уже стяжка готова. Да, у тебя в прошлый раз здесь деревянные полы были. Вот здесь вот чуть-чуть остался у тебя срез, чтобы посмотреть, что и как. Своя хорошая тоже. То есть у тебя здесь керамзит идет, просыпка... Да, мелкая фракция, ну, это сейчас крупная сверху. Ну, она просто сплыла у тебя сама. Я здесь не заливал просто. Угу. Сверху молочко. Угу. А молочко для того, чтобы маячки поставить, правильно? Да. Угу. 1,5-2 сантиметра жидкий М300 делаете, разбиваете. Угу. На следующий день сетка ложится и маячки ставятся. Угу. И сверху 5 сантиметров. Да, даже вот это, как его, с молочком. 1,5-2 сантиметра, она спокойно стоит, ну, не трескается, ничего. Ну да. Просто если просто на керамзит маяки ставить, ну, тяжело будет, не выстоять. Ну, это плавят. Да, это надо какие-то гвозди длинные вгонять, там, я не знаю. Так там керамзита 8-10 сантиметров. Да. Короче, еще плюс сюда 5 сантиметров, это тебе там... 5 сантиметров самое то, как бы, если 2-3, полопнет по-любому, потом, тяжко. Ну, это да, то есть по технологии 5. Кстати, сеточка такая, композитная, ага. Не металлическая, этот металл дорогой. Ну, кстати, прикольно, говорят, по характеристикам она превосходит металлическую на эти. На разрыв? Да. Ну, ну, не ржавеет. Ну, да. В машине можно транспортировать, края такие острые, вот эти, руки не порежешь. В рулон сворачиваешь. Мне нравится, что ты его разворачиваешь, он не фолдит. То есть он ровненько лежит. В отличие от такой, когда в рулон завернешь, она вот так вся горбами. Ты ее осаживаешь, потом всплывает что-нибудь. Также здесь вот полностью сняли всю штукатурку. Здесь, кстати, была цементная штукатурка, потом краска, а потом гипсовая штукатурка. Ну, я помню, мы у тебя тогда снимали здесь. Вот кусочек остался. Что здесь было, у тебя какие углы. Да, на самом деле. Я так понял, там они не заштробили вот эти трубы, потому что там вентканал, да? Да, не знаю. Может быть, просто сказали сделать разводку, сделали по-быстрому и убежали. Да, даже сама разводка здесь такая интересная. Ничего, все будет хорошо. Да. Долго, долго. Нашли своего мастера? Долго всего. Демонтаж, уборка мусора, пыль постоянно.
Вот они ты расширил наслоения вот эти. Или ты здесь еще потом будешь? Это все сниматься будет. Вот они, слоя, да. Несколько слоев также здесь. А ну-ка давай посчитаем, сколько слоев. То есть получается вот это первый, второй, третий. Может быть, четвертый. То есть три слоя как минимум. Вот верхний слой. А, вот еще, смотри. Да, да. Вот, видишь, смотри, раз, пять, наверное, два, там не видно просто. Два, три. Вот еще линия, смотри, какая-то. Да, да, да. Четыре. Здесь, короче, буквально, в смысле, знаешь, шпаклевание стен штукатуркой было. Можно вечно их шпаклевать. Да. У меня, кстати, был один пример работ, когда мы только начинали, после подсобника выходили. И у нас один мастер подвязался выровнять по правилу. Вот он, короче, еще тогда, чтобы экономнее было, гипсом это делал. Гипсом там с ПВА мешал, чтобы дольше сохло. Равнял, он не понимал, почему кривая стена. Он вот он проведет снизу, вот так ставит упырь. И он, короче, там такой слой накидал, вот не хуже, как здесь. И не могли понять, понимаешь, вот не хватало опыта, да. То есть не понимаешь, почему. Вот сейчас как-то понимаешь, что это просто это нереально это сделать. Потому что у тебя нету ориентиров, ну, у тебя да, нету. Кирпичи бугристые, как по правилам, она же по ним будет скакать, вот да. Лесенки делать всякие. И закончилось на том, что он плюнул, ушел. Вот, наверное, так же и здесь. Он не понимал. Значит, надо заказчику доносить, что не получится. Если вот такие кирпичные кривые стены, даже 1,5-метровым правилом, это, наверное, хороший слой надо сразу накидать, а потом как-то тянуть его. А тогда, а он, знаешь, еще на какое качество подвязался? Чтобы правило ставить, и бумажка не пролазила. Представляешь? Доллар, да? Да, и вот он подвязался. Он там все, он просто бросил, ушел, со всеми разругался, с подрядчиками разругался. Я думаю, можно сделать. Допустим, вот эту стену по правилу, если всю стену сразу набросать механически, как его? И крутить, вот так вот обычно? Нет, правит. Штукатурку сразу набросать этим, как его, ковшем и вот этим. Ну понятно, механизированный. Да, механизированный, если набросать, то можно стянуть. Но опять же, ты вот так стянешь, а так? И так. То есть так стянул и снизу потом стянул. Ну, должен быть слой там, 3 сантиметра минимум. Но я еще знаю, есть методика, крутит. У меня просто один знакомый, прямо на штукатурке, он полы эти. Он говорит, называется как вертолет, что ли. А. То есть они вот его крутят, правило, и она, короче, все убирает вот эти бугры. Но это, во-первых, вот таких штук уже не должно быть. То есть, ой. То есть у тебя должна ровная стена. То есть здесь ты, например, маяки поставишь, ты можешь их пройти, потом эти места обыграть. Ну, короче, лучше по маякам не заморачиваться. Да, это и грязно, потому что у тебя все это падает вниз. То есть гипсовая штукатурка уже так не прокатит. Это они знаешь, чем делают? Этими силикатками всякими, мягкими этими штукатурками, которые сыпятся. И потом вот, то есть они опять это же собирают и могут использовать. Известковой штукатуркой, да. Дома штукатуркой. Да. Внизу стоит насос, поднимать на себе да, да, трубой да. Такой, да? Станция. Да. Стоит. Ну он даже, знаешь как, он эти прям кучу наваливал, большую силикатки выгружали прям. Он замешивал, там ванна стоит. Ну, то есть грязная очень работа. То есть, я видел. Не везде она прокатит. Вся хата ушатанная. Да, там чистится, его прям запускают, он там один сидит, вот пока не заштукатурит. Никто туда больше не суется. Но дешево для заказчика это дешево. То есть, как бы по материалу, по всему. И брал он заработку. Это от застройщика они работают. Да, ну качество вроде неплохое, потому что я после него шпаклевал стены. В принципе, нормальное. Вот он по такой методике. Но углов по-любому не будет, да, перфорированных у него? У него нет, я их клеил отдельно. Да, да, у него углы такие рваные. Ну, то есть здесь плоско, здесь, но такие. Специально для уголка сделан. Да. Ну, как вот здесь. Да. Здесь не он делал уголок вот этот? Вот этот? Ну, он, кстати, гипсовыми не работает. Он только ЦПСами, ну, силикаткой только. Он говорит, нравится, она мягкая. И она на следующий день живает. Ее точить она можешь. Она больше живет, короче. Да. Влагу себе больше держит. Да. Да, у нее, знаешь, такой момент, что ты ее намочишь, и опять можешь работать. То есть в этом плюс как бы у нее. Здесь уже так не прокатит. Намочишь, она отлетит. Ну, может, не отлетит, а если слой будет штукатурки 20 сантиметров, тогда может быть. Да. Вот боюсь, из-за этого... Ломаем, короче.
Хотя есть разные тоже. Есть вот эти MPCS5 более мягче, какие-то другие, да, там для механизированного. Вот, потому что, по-моему, волмослой такой жестенький. То есть его точить сложнее. Вот я пробовал другие для механизированного. Шлифмашинкой точить? Шлифмашинкой, правилом даже точишь, корректируешь, когда что-то где-то легче. Вот этот он жестенький для корректировки. Еще Nauf HP Start вообще жесткий, когда высыпает. Он быстро схватывается, надо уметь им работать. Короче, все, которые для ручного нанесения, они такие жесткие. Они, видишь, специально делают для механизации, чтобы она больше жила, ну, чтобы да. Легче было корректировать где-то что-то как-то, если ты не успел. Чтобы не застыло в шланге. Да, 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 легче потом. То есть там больше присадок. А, кстати, вот это для механизации даже вручную легче работать. Да, да, мы вот вручную как раз и наносим, вот именно из этих соображений, что проще. Даже ты когда правилом ее тянешь, она как-то чуть по-другому себя ведет. За правило не так цепляется. Здесь она более липкая какая-то. Это такой лайфхак. Короче, правило маслом смазал растительным и штукатурил. Вообще не прилипает. У тебя идеально потом финишное, да? Нет, там масло подсыхает чуть-чуть, слегка прям тряпочкой. Оно вообще не липнет. Ну вот я так делал этим маслом, про маяки эти делал. Но мне обхаяли, говорят, что потом выступает жир этот. В несколько слоев грунтовки, шпаклевки, все это скрывается. Да, ну, такие короче, вот такие вот. Да. Монтаж, демонтаж. Продвигается у тебя здесь полным ходом. Но жалко заказчика, конечно, что встретили. Точнее, не знаю, можно рабочего этого обвинять. Может быть, они не поняли друг друга. Может быть. Потому что заказчик не здесь живет, он в Москве. Да. И нашли, типа, кто-то посоветовал им. А потом, когда приехали, вот такую картину увидели. Да. Может быть, он захотел прошпаклевать стены. Говорит, может, просто вам прошпаклевать? Он, да, давайте. Будет так беленько. Да. Вот. А то, что получилось, ну, конечно. Кстати, здесь снималась штукатурка старая. Потому что он на откосе видно остаток ее. Вот он. 5 сантиметров штукатурки было. Ну это такая, как сталинка, вот такие вот раньше. Да. Тут еще отводка масса. А, это с подъезда вот как идет да, линия. Да, покраска. Ой, получается дверь чуть туда, да, перенесли? Нет, здесь она стояла? Нет. А, это вторая дверь. Вторая была деревянная. Две двери. Да. Понял. Здесь пожар был. Ну, понял. Ну. Квартира пожарника. Потом посмотрим, что получится. Ну, маяки поставлю, узнаю, какой слой будет, еще материал надо заказывать. Я так не могу посчитать заранее. Правилом будем проверять? Обязательно. Посмотрим, почему разница 150 и 700. 500, 600, 700, мне дорого. Не, но после этого видео уже, когда покажем, уже 700 будет. На самом деле, вот в таких местах тяжело штукатурить. Должно быть рассыпки типа, по-другому как-то считаться. Там не подлезешь, правило надо кранцевать. А я уже говорил, у меня видео было по кладовке, мы там 15 квадратов, там столько заворотов-поворотов, и там расценка у нас, мы, по-моему, в половину еще прибавляли стоимость. Ну, я ничего не прибавлял, а просто общую квадратуру посчитал. Не, ну это на самом деле, это время. Ну это бонусом будет у меня, я не считал это. Это сейчас я, блядь, думаю, блин, а здесь надо же правило кранцевать, козлика не поставишь нормально туда. А сколько углов внутренних? Вот у тебя в обычной комнате 4 угла, а здесь 4. И самое главное, это все. А еще представляешь, если это шкаф там под 90, еще что-нибудь. Есть еще вот такая характеристика. Блин, если под 90 выводить. Полочки сделать и дверь поставить. Не, ну по-хорошему, да. Это совсем дорого. Ладно, санузел 90 и сделаешь. Ну, кстати, вот санузлы тоже невыгодно штукатурить, если уж на то пошло. Потому что там то краны мешаются, то там поворот, то 90 градусов. Обычно плитка себя делает по 90, чтобы было да. И уже он ни на кого не сладит, что криво, только на себя. Ну да. Но у него, наверное, расценка выше, да? У меня выше, чем просто штукатурить стену. Потому что там маленький объем, 90 выдержит, а там будет еще душевой поддон, чтобы не было развернутости. Ну, поняли, да, чтобы косая плитка нигде не было. Ну да, да, там расчет идет под плитку. Я даже в некоторых местах добавлял где-то толщину стены, чтобы плитка без подрезки там где-то. Ну, то есть много нюансов. И ты считай здесь как художественная штукатурка, можно так назвать. Если я буду еще плиточным клеем проходить, гребенкой, вот потом штукатурить именно вот эти стены. Цементную штукатурку. Не просто загрунтовал, накидал. Угу.
А вот у меня клей есть, витамитовский ультрафикс, я им буду нагревать. Короче, она тебе хорошую даст сцепление с дальнейшей штукой. Да, да, ничего не отвалится. Ну, такой интересно. Злой клей, мощный. Интересно. Ясно, ну ладно, давай, успехов тебе. Давайте.